Мы коренные жители деревни Дмитровка сегодня собрались традиционно праздновать Масленицу. Так как Дом культуры закрыт у нас уже очень давно, то мы организуем сами как можем. Сегодня наш праздник был испорчен тем, что запах ТПО «Восток» не дает спокойно дышать и отдыхать нашим детям. Мы вынуждены были одеть маску. Просим вас как-то устранить это, посодействовать нам в хорошей экологии. И мы просим «Долой КПО!» «Долой КПО!»